Продолжаем изучать красавицу. Наверное, интернет знал ходу Фронита такая, видите, голубоглазая бестия, так сказать. Надо с ним тоже поздороваться. Ничего скучает. Сейчас. Вот она вся целиком. Это, кстати, Марио стоит. И этот испанский или какой-нибудь чилийский, бразильский, не знаю. Пузатый немножко, полноватый Марио. Сами. Вот РП заодно получим. РП только он. Иначе повернула. Чего? Со всеми поздоровался, а теперь можно посмеяться. РП заодно по 24 опыта, ничего себе достало. Не отдам тебе голос. Yes. That's not giving up. Feo la vida. Опаньки, это что это она появила? Марио исчез. Это что это? Holy Sword, это паладинка, наверное. Ну-ка, на всякие акции, я помню, то говорят, с паладинами тут война идет. Пишет. Так, Ариэль-Ар-Ан. Какая-то Ариэль-Ар-Ан. Moonlight. Ну там лунное лезвие. И дворок. И Несус. О нет. Но что ты болтаешь? Она меня может убить. Здесь вот этот Nexus называется. Видите, локация. Надо бы отступить от нее подальше. Она меня угрожает, что вы не видите. Я хочу ее просто как-то помнить. Как ее зовут? Риаэль. А вот она самая первая. Грумблай. Билд. Вот еще один паладин. Тут паладины собрались. Валить отсюда надо. Все на этом. Бля, валю.